В Мозырском погранотряде появилась вакансия мечты для тех, кто любит собак и умеет с ними ладить. Среди жителей Мозыря Калинковичей, Лельчиц, Ельской и Норовли разыскивают будущих кинологов. Службу по контракту предлагают девушкам с ветеринарным образованием и молодым парням, отслужившим срочную службу. Также приветствуется хорошая физическая форма, большое желание работать с собаками, способность их понимать и чувствовать. Звоните по телефону +375 29 877 7923.